Мне 17 лет, в спортивно-патриотическом клубе «Аэрополк» занимаюсь 2 года. До этого жил и занимался на Украине. В связи с обстановкой на моей родине я переехал в Красногорск. Являюсь неоднократным чемпионом Москвы, Московской области по рукопашному бою, а также чемпионом всероссийских турниров по рукопашному бою. Кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. Для меня единоборство занимает очень важную роль в жизни. Можно сказать, как для человека воздух, как для рыбы вода, так и единоборство для меня. Есть, Руслан, скажи, вот. Если бы ты занимался рестлингом, да, вот, а какую бы ты личку себе взял? Вот там есть гробовщик, молот, вот ты какую? Наверное, тигр. Тигр, да? А не тигрёнок, почему? А не, я взрослый уже. Взрослый. А какое бы прозвище дал Илье Сергеевичу, если он занимался рестлингом? А, да, по-любому, лев. Вообще, это я Руслан Рах. Разгубы. Будете львом. Будете львом. Спасибо, Руслан. Так, встречаем, друзья. Костик Руслан, спортивный клуб «Динамол», город Красногорск. Музыка. Спортивно-патриотический клуб «Аэрополк», город Красногорск.